12 лет назад к такому направлению в музыке, как хард-рок, ну, сказать никак не относились нельзя, сказать, ну, это просто, так сказать, считалось очень плохой музыкой. Музыкой, которая, так сказать, нам не нужна. Но сейчас в связи, например, с последними гастролями прекрасной группы Black Sabbath в Москве, в Ленинграде. И вообще, надо сказать, что вот, так сказать, это направление в музыке сейчас вдруг оживает. По-вашему, чем это вызвано и почему вы работаете в этом стиле? Ну, то, что мы работаем в этом стиле, в общем-то, мы не согласны, конечно, и также были противниками того гонения рок-музыки. Мы считаем, что рок-музыка – это как раз тот стиль, в общем-то, в котором можно выразить массу различных эмоций. Можно сказать и о серьезных вещах, и даже о шуточных, о чем угодно. И вдобавок ко всему, можно сказать, что рок-музыка – это, пожалуй, тот стиль, который может нравиться и родителям, и их детям. А ни в коем случае не яблоком раздора, поскольку рок-музыка – это серьезная музыка, и социальная тема, которая, в общем-то, более серьезная, будет понятна родителям. Ну а то, что она динамичная, эффектная, зрелищная, это, собственно, их детям. И в совокупности одни других дополняют. Так что, в общем-то, это очень удачный, нами любимый, в общем-то, стиль. Что мы предпочитаем. Сколько вы уже существуете? 2 года. Как у вас, я знаю, что вы работаете только на своих собственных композициях, как у вас распределяются обязанности? Ну, в общем-то, 2 года назад мы решили, что будем попробовать свои силы писать свою музыку. В общем-то, генератор идей у нас это Владимир Конев, наш гитарист, это наш генератор идей, но хочется отметить то, что мы работаем, в общем-то, вместе. Приносится идея и творчество каждого, абсолютно каждого, свои идеи, свои впечатления. Так, честно, времени много занимает работа в ансамбле? Очень много, его не хватает, катастрофически не хватает. Мы ограничимся вот вечерами, вечера, которые нам отводят. Ну, а так вот в перспективе, вы так вот не подумываете, чтобы, например, стать профессиональной группой? С удовольствием, да. Мы мечтали поработать, заниматься музыкой, поскольку мы считаем, что это наше дело. Ну, пока, увы. Ну что ж, тогда мне остается пожелать вам все-таки успехов. И сейчас слушаем еще одну композицию группы «Виза».